Блять, без ордру будет напряжно, сука. Я вот насчет запродов не знаю. Я просто не знаю, тратить их или нет. Будем бить сразу под сопротами. Смотри, если мы на изычек переводим до третьей комнаты и ложимся, блять, в комнатах, на третьей комнате, сука, до третьей фазы ложимся в комнатах, тогда сопроты, возможно, что-то помогут. Сопроты на заражение, на третьей фазе заражения нет, вот еще фишка. Комната, то есть. Комната до пизды, блять. Да не до пизды, мы как раз после комнаты и вайпнулись. Мы вайпнулись, потому что лег Маликет. Не забывайте об этом. Маликет еще кто-то. Один лег. Нет, два было этого. В комнате, умерло. Сначала один. Маликет еще один. Там даже по видео посмотрите. Там 1000% ключа была. 23 человека еще должен зайти. К печеньке получаем сопрот. Сейчас сумняте. Я тут кое-что забыл. Да, спрот. Радиус 10 метров. Кстель, вы можете не пить шипешниками сопроты, но если вы сдохнете нахуй, вы получите ГП. Если вас устраивает, это без проблем. Четыре шипешника заходило на платформу, в это время хуярило лича, блядь, и тупо отхиливались нахуй. Алиса, сумон принимай. Я сейчас, я, блядь, фастиком. Шейпер где? Шейпер релогает интернет. Это чтоб не квакать сегодня. Ёпта. Ебать, хук. У тебя холипал 38, 209 мана, нахуй. Пиздец. Мне хватает. У меня, блядь, вини не на интуле. Чел Рэй, как тебе троллиха? Кому еще нужны сопроты, соответственно, обмен даем. Печеньки, быстрее только. Сразу не пейте, чтоб время не текло. Пропьете перед полом. Ярости недостаточно. Ладно, 2 часа, нахуй, ему похуй. Ну, выключал, написал же. Да. Да, мастер. Чё ты хочешь, на Фроста эту хуйню отдавать или чё? А, в комнате-то? А, да ну, заражение прохилим, успокойся. Надо подвалик подстраивать, когда народ разбегается под лужу. Кого недалеко не захилить, можно прожимать. Я на прошлом лече стоял и хилил себя и еще кого-то, потому что заражение убило бы нас.
Так. Соответственно, кто может подхиливать себя, соответственно, подхиливайте. Проблемы в этом нет. ДПСов, по крайней мере, в нашем составе. Жопой жуй. Да не, мы можем до Берсы дойти, если мы не убьем, если будем умирать. Ну ничего. 25, да. 25 в этом. Ну, присутствие делает чек. Смотри. Не двоих. Да какую репу эту чарка на... На хила? С Кирин Тором. Да. Блять, ёбаные дисконы. Кирин Тор, 30 силик заклинаний, 20 криту. Как меня еще выкинул с какого-то хуя, пиздец, бесит. Дискон. Да ну, нет, выкинул с игры вообще. Ошибка, блядь. Я посмотрел урон заражения с того трая, который там почти 20 минут был. Я был под сопротом и сдох почти последний. По мне влетело на 1200 меньше, чем тем, кто был без сопрота заражения. У всех там по 500 тысяч урона, а по мне где-то 200 всего. Просто в следующий раз, когда, ну, блядь, если и назад, когда апнет третью карту, соберет 2 Т5, соответственно, ДЦшником будет с двумя Т5 будет проще. Не, потому что по ХПСу... В 2 Т5 заражение был. Вообще не тикает. У Инузада нету этого холиспекта? Нет. Плюс он в нем не играл. Соответственно, смысл его спектра. Здрасте всем. Здорово. Салам. Ассалам алейкум. Вот и царь зашел. Как вы так узнали, что я зашел? А я пропаливаю. Дис нахуй. На, въебать тебе, походу. Тебя ждали такой, все, пиздец. Я, вот знаете, я зашел 5 минут назад. Говорю всем. Микрофон подвинь, царь, нормально. Опять из жопы. Ё-моё, он у меня опять на лбу был, точно. Я думал, что со мной никто не здоровается. Надо въебать тебе 5000 ГП, нахуй. Да что? Запрос так. Нас ну просто дискануло, блядь. Нам 1% тогда не пошел хотел, дальше, нас слагать. Дискануло. Тучки не хватило твоей царина. А знаешь почему? Так. Все потому, что ты черный. Я его микрофон в жопе просто. А ты был в гильдии Парагон или как ты? А не был он там, да? А не был. Я просто читаю тактику Парагон. Но... Он в душе был в Парагоне. В душе был. Он просто почему-то считает, что Парагоны топовые, блядь. Хотя я этого не считаю. То, что они Массер, были, это не те это... парагоны, которые ты думаешь, блять, мастер. Есть топовый, только один я, нахуй. Заткнули пасти, блядь, по своих парагонах. Смысле, блядь, я не понял. Нечестно. Скринфон. Кто, блядь, дру в тучке затанчил? Тут а как бы очевидно. Блядь. Подожди, а вчера, блядь, Воки Войд робота под ШВ танчил? Ну как бы да, добрый вечер. Все мне проиграете, потому что я единственная сова. Бугага. Да. Ты единственная мой, сова, да, ты единственный фармер. Слышь, вы бы заткнулись нахуй. Тут единственная сова, которая, блядь, снабжает вас сопротами нахуй. Так что, блядь, это уже бесспорно нахуй. А кто за чулана? Я за чулана вообще любого просто убью на месте. Фу, в монитор себе за чулана. Ой, ладно. Чулана. Ёбана хуйня. Чё-то я хотел сказать, но забыл что. Плохо, когда не знаешь, да ещё забудешь. Блин, чего мне не заходит?
Потому что дисконт. Правда? Чё там Турбыч, ничего не говорил? Ушёл он на офф или нет? Все он сказал на офф. Я его вчера еще на Вархаммер подсадил. Он теперь видосики по лору смотрит. Это в сучок, блядь. Во славу императора превозмогает! Конечно, никто не знает, о чем я, ну да ладно. Комета. Я только что хотел, блядь, кулаком в монитор уебать, так, чтобы ты закрыл свои ебалы. Лучше себе уеби. Нарисовал такую рожицу, да, на листке, нахуй, хотел уебать. Представляешь, что это царь, блядь. Да-да. Эвинар, нахуй. Эвинар, да. Ай, так, ладно. Я бы сказал не в бровь, а в глаз, Алис. У него три куска, блядь, он еще ни одного не распаковал, блядь. А я не знаю, зачем вы ему даете их? Он бесполезный хант, ДПСить не умеет. Клыкач. Что на Ювове не ДПСил, что здесь не ДПСил? Клыкач, слышишь, что говорю? Открывай 2-5 на ММ. Сколько у нас СС-ов? Ну, один мне, один точно танку. Мейна. Это будет лич вырастет, чтобы он встал, короче, ну ты понял. А третий можно, не знаю, на оф танка кинуть. Но если еще друид придет, то на второго друя вдруг. И по гимнам надо. На первой переходке надо сливать обязательно гимн, чтобы он потом откатился ко второй. Потому что по мане будем садиться жестко. Алиса 100% очень быстро просядет, хоть она думает, что она там ух будет хилить, не будет так. По гимнам надо очень хорошо проработать эту фишку, чтобы нам хватило маны на... Жо? Ну, заходит. Жалко, блядь, Валевчинев перестал играть. Вот тот хулипал был вообще охуенный. Вообще, Иннер никогда это... не просил, мах. Как его? Кого разбивать, кого нет. Если там будет по демагу какой-нибудь лашпед в жопе мира, не разбиваем. Разбиваем, к примеру, хила там и ДДшника нормального, к примеру. Ну, чтобы не терять ДПС в эту вальку. Так, Шанс, слышишь, что я говорил? Шансунг зашел, Глазастик зашел. Да. Ладно, я видос смотрел, вальки летят по лучам по этим. Даже если мы встанем в центре на портал, она все равно понесет куда-то какой-то луч. Ну ты понял. Любой из соседних лучей она понесет. Поэтому проще вставать жопой к какому-то лучу. Чтобы именно в тот луч летел. Я пока Алису кикнул нахуй. Так, ладно, прыгаем вверх, потому что надо говорить там что-нибудь. Как его? Всегда хотел шерпистоп. Знаешь, что тебе сказать? Закрой рот просто свой, я не открываю больше никак. Я же тебя попросил. Обезьяна вернулась, блядь. Ты спать или мнешь? Или примешь? И меня микстура какие-то. Да я прогружался в Гримаре. Что ты ругаешь? Так, теперь смотри на кого-то менять нахуй. Да можешь никого не менять. Я в это, если кто-то там вообще плохой будет, я зайду. Ну ладно, ладно. Ладно, говори. Ой, видишь, тебе что микстурка пишет, нахуй. Хуй, конечно, кого он пишет. Че, уступить, царю? Уступить, уступить?
Да, тут. Чё вы Галю? Чё вы Галю ширяете туда-сюда? А у меня хуже, чем у Галя. Да. Заебомба. Все, кто сейчас на замене, соответственно, сидим и ждем, потому что, блядь, понадобитесь в любой момент. В случае, вы будете менять дымак, увидите, что кто-то мало дает, поменяйте там обратно, конечно, на раздаваку и так далее. Соответственно, также несоблюдение тактики и там и косячение также будет браться нахуй. Очень жестко. Ну я принтскрин на всякий случай сделал. У нас счет. Давай, шкаф с умом, кого с умом, плюс чат. В смысле, а что, у нас магов нету вообще, что ли, в рейде? Нет. Опять я без инка. Даже шарпистуа забрали. Турбо пиши. Чтобы он заходил. Войд, я еще раз тебе говорю, я чекал, блядь, дома. Ты-то объяснил, но я тебе говорю о следующем.
Вой, да к трону вот сюда, вот там, где основная масса стоит. Ну, выносите сейчас вернение по кругу, по вот этому. По... Нет, он насчет осквернения говорит. Смотри, я сейчас объясню, к чему я. Подожди. Когда все говорят «съебитесь из кучи», будет осквернение, чтобы мы стали вот по вот этому примерно... Вот тут, вот, где со стороны квадрата стали эти... Как его... ну, разбежались, ну, рейнджу набрали, чтобы, блядь, освободить со стороны трусов ту зону, чтобы не было... Что, это Вальки?
Тиси его тоже сдали. А зачем для повиновения на второй фазе? Чтобы Алик бить? Хули там их станет, набиваешь на них 4 кп или 5 желательно. На свои, правильно? На трусах. А, третий кружок, да. Так, короче, по очереди. Да. Кто первый станет из нас? Ну, а я тебя сейчас только что спросил. Все мои кружки? Нет, блядь. Хорошо, все кружки мои. Войт, а можно вопрос? Рейбу. Чё там царь хотел? У меня вопрос. Почему всё так сложно? Ну, после честно, выхода из комнаты, напомним сразу всем, после выхода из комнаты кастуется осквернение моментально. То есть, когда вы выходите из комнаты, вам всем надо взять рейндж друг от друга. Честно, Вайт, ты сейчас нахуй слишком, блядь, много ждешь от рейда. Какую-то хуйню рассказать. Thank you.
премию получил. Ретрик и дланью дланью этого возмездия этим экзорцизмом. А, все, какую дланью возмездия, для чего? Ну таун там ретрики могут бить, таун там, если что. Когда таун срабатывает, там урон наносится. Какое? Не знаю, я себе хочешь метки нахуй, она снимается на какую-то хуйню ставится. У меня стоит, что вы хотите? Я три квадрат всегда. В жопу вашу заведу. Ты мне сказал, кому остаться вешать. Мне ассиста. МТ микстурка. ОТ паладин. Какие вальки? Вот, я могу на тебя луну поставить, хочешь? Ладно, в следующем трае запись, походу, включу.